Мы вот тут целый день гуляли, и все что-то устали, особенно Лай. И мне почему-то в очередной раз пришла такая закономерность этой жизни в голову, как пазл такой, что устаем мы больше даже не физически, не из-за физической нагрузки, не из-за, ну, как понятно, что там целый день пахать ты устанешь. А если взять какие-то равноценные, равносильные условия, да, вот мы вместе все ходили гулять. Я, племянница, родители и Лай, 5 человек. Больше всего переживала Лай. Ей казалось, что родителям все не так, что мне все не так, хотя мне все так. Ну, если мне не так, я говорю, но она, правда, переживает. Ну, ладно. Вот. Ну, короче, как следствие, у Лай болит голова, она очень устала, она очень раздражительна, она, ну, в таком очень подавленном состоянии, вот. Родители, ну, как бы маман там чуточку тоже, можно сказать, подустала, папан, ну, как бы нормуль, а я и детеныш живчики, ну, то есть у меня вообще, короче, нормуль, я еще в душ сходила, мне хорошо. Правда, еще не ела. Ну ладно. Вот. Я все к чему? То, что чем больше в голове всяких вот этих вот ожиданий, заморочек, переживаний, тем быстрее мы устаем. То есть это то, что сосет энергию. То, что как бы вот... Я понимаю, что очень сложно избавиться от каких-то там гложущих тебя мыслей, особенно когда ты хочешь, чтобы все было хорошо, но все идет не по плану. Я вот Лай говорю, просто не строй планы. Она пока переживает все равно. И еще, кстати, в эту же тему тоже такое мое наблюдение, которое я достаточно долго очень наблюдаю. Вот, такой тоже пазл жизни. Это про значимость себя и внешний вид. То есть, если вы посмотрите на людей, которые выглядят хорошо и молодо, вот по моей теории, ну, то есть мне вот интересно будет послушать ваше мнение, если что-то так или не так, может быть, вы тоже что-то видели, напишите мне обязательно, правда, интересно пообщаться. Но вот по моей теории, что значимость, навешивание на себя, я такая важность, даже не значит важность, придает человеку годы, старость на лицо. Ну, то есть, как бы, чем больше человек, он как раздутая такая жабка такая, которая пух-пух-пух-пух-пух, я крутыш, я тут то, я тут все, ну-ка не ходите около меня, ну-ка сюда вот это что это, она на меня не так посмотрела, вот эта вот вся вот эта важность, она как бы как вот нависает на людей, как бы вот там щеки, там, не знаю, жопки, то есть вот страшность, морщинки. То есть если человек своего возраста выглядит старше, чем он есть на самом деле, ну, вообще выглядит вот так вот, то, скорее всего, он очень много придает значения себе, любимому или, наоборот, нелюбимому, то есть, скорее всего, второе. Вот, он себя там дрюкает, не дрюкает, но тем самым, помимо вот этих вот всех заморочек в голове, он еще и накидывает на свою персону важность. То есть, ну, я не на помойке себя не нашла, у меня денег 3 копейки, но я хочу спать в 5-звездочном отеле прямо сейчас. Вот. Ну, хотя тебе никто не должны, но как бы вот считают, что должны. Но это вот просто пример такой, пример, которых можно привести на самом деле миллион. Надо подумать, я опять взяла камеру, не подумав, вообще я пришла на море посмотреть и с вами заговорилась после душка. Вот. Но фишка в том, что значимость, важность, вот это вот вся, делает вас старше, старее, я бы даже сказала. То есть, если вы видите человека, который хорошо выглядит, да, там, в свои годы, или наоборот, там, даже младше, чем в свои годы, неважно, короче, хорошо выглядит, скорее всего, этот человек, он любит, может быть, себя, конечно, это никто, ну, не за это речь, но он не придает себе важность.
важность — это как раз-таки то, что ты пытаешься прыгнуть выше жопы. То есть, когда ты сам из себя ничего не представляешь, когда ты сам знаешь, что ты как бы вообще... Но ты пытаешься другим показать, что это не так. То есть, вот твоя работа как бы чухня какая-нибудь, а ты на нее накручиваешь, что я такой... важные, делаю тут важные вещи. Или там, ну, не знаю, можно просто взять там постирать, а ты накручиваешь, что вот нет, это, короче, вот надо в правильном направлении по фэншую ее там эту рубашку отстирывать, короче, или наоборот полоскать против часовой стрелки, потом у тебя голова... Короче, важность. То есть своим действием каким-то абсолютно, ну, там, я не знаю, смотришь периодически, и я... фокусник там или еще что-нибудь. Ну, короче, ну, неважно. А на самом деле ничего ты из себя не представляешь. То есть вот эта вот важность, когда ты ничего не представляешь, а раздутый, как, вот такой весь раздутый, она старит человека. Вот так мне кажется. И мне было бы интересно с вами вот пообщаться на эту тему, и, может быть, у вас тоже будет. У меня до сих пор глазки на солнышко не реагируют. Я не могу сидеть без очков, потому что у меня когда-то была операция на глаза. Ну, как операция? Лейсик мне делали, у меня было плохое зрение. Вот, и все сейчас идеально, но в ночи не очень хорошо видно. Ну, то есть я такая... И, короче, днем я хожу только в очках. А по поводу важности давайте поговорим. Пишите, мне интересно послушать, что вы думаете по этому поводу. Я, может, еще что-нибудь потом поговорю.